Лица, которые невозможно забыть. Губернатора Павла Конькова познакомили с уникальной экспозицией из фондов Ивановского художественного училища. Самая ранняя работа 1932 года. Портреты людей, которые побывали на войне. Не всегда то, что подвластно кисти, можно передать словами. В преддверии празднования 70-летия Победы эти работы будут выставлены в Плёсском музее-заповеднике. Коллекция конкретно Великой Отечественной войны насчитывает порядка 30 работ. Они все по-своему уникальны, совершенно уникальные имена, представляющие эту экспозицию, такие как Грибов, Тимофеев, ряд других работ, которыми славилась впоследствии земля Ивановская.